Всем привет, меня зовут Ев Граф, и это «Коктейли дома». И сегодня я буду готовить два коктейля с виски, точнее, со скотчем. «Falls from the tree», он же «Падение с дерева», и «Presbyterian», «Пресвитерианин», или «Пресвитерианец», я не знаю, честно говоря. И, собственно, начнем с того, что упадем с дерева. Коктейль готовится в коктейльной рюмке, поэтому охладим ее. Для этого положим туда пару кусочков льда и нальем некоторое количество миллилитров воды. А пока рюмка охлаждается, я немного расскажу вообще, что это за коктейль такой, откуда он взялся. Этот коктейль был придуман в нью-йоркском баре The Happiest Hour. И там вот главный по напиткам, Джим Кернс, решил такую вот сделать штуку. Идея в том, что там смешиваются вкусы осенних всяких десертов, в частности, яблоко и корица, и добавляется туда вискарь. Причем они делают интересно, они на выбор предлагают либо Applejack, либо бурбон, либо вот скотч. Мы сегодня, естественно, будем делать со скотчем. Коктейль готовится в шейкере. Поэтому наполним и шейкер тоже льдом. Первое, что нам надо добавить, это 45 скотча. В нашем случае это купажированный шотландский виски Клеймор. Естественно, никакого смысла добавлять что-нибудь односолодовое, однобочковое, там, супер-мега-пафосное в коктейль нет. Имеет смысл добавлять недорогое что-то. Ну, вот этот виски конкретно я покупал меньше, чем за 1000 рублей в магазине. 45. Я думаю, что 50 все-таки я добавил. Себе же. Туда же мы отправляем коричный сироп, то есть сироп из корицы. Я его сделал сам, это очень просто. Я взял сахар, ну, в моем случае коричневый, но можно использовать и обычный белый, ничем не хуже. Добавил туда буквально щепотку корицы, вот столько, молотый. Потому что молотый, естественно, она всасывается, там все вкусы, запахи быстро очень. И налил туда кипятка, столько же, сколько сахара, один к одному сахарный сироп получился. Закрыл банку, помешал, чтобы все растворилось. И после этого оставил просто настаиваться, пока оно само остывало при помощи окружающей среды. И получился такой сироп. Пахнет он, естественно, корицей. Главное не переборщить с ней, потому что, конечно, корица очень яркая, она может все перебить. Сиропа корицы нам надо 15 миллилитров. Естественно, вы можете просто купить сироп корицы. И, честно говоря, вы можете просто добавить сахарный сироп и корицы просто немножечко вот так вот щепоточку засыпать, после этого пошейковать. Я думаю, будет, ну, может, и не так классно, но на 90% будет так же. Сахарный сироп, главное, я взял исключительно для того, чтобы так показать. Дальше у нас идет яблочный сок. Я взял какой-то прямого отжима. 30 миллилитров нам нужно. Желательно использовать, ну, прям самому выжать сок. У меня, к сожалению, нет выжималки для соков из твердых овощей и фруктов. Поэтому я довольствуюсь тем, что продается в магазине. И немножко сока лимона. Сока лимона нам надо 7,5. Как вы понимаете, это переведено из унций. Ну, по сути, там, типа 8-10 миллилитров. Немножко. Это переводится как «немножко». То есть, чтобы слегка подкислить, но не делать коктейль прям кислым. Также опционально, но совершенно не лишним, будет добавить-то немножечко битера. В моем случае ангостуры прям, ну, буквально капельку. Дэшек. Если у вас есть яблочный битер, которого у меня нет, то, конечно, добавьте его. Убираем лишнюю воду, которая образовалась у нас в шейкере от натаявшего льда. Переливаем одно в другое и шейкуем. Сегодняшний шейк у нас холодный, осенний и немножечко одинокий. Шейк завершен. Выкидываем воду из бокала. Берем стрейнер и на всякий случай берем барное ситечко. И переливаем коктейль в бокал. Тут ситечко, наверное, не обязательно, но мало ли, там какие-то кусочки льда, от лимона там какой-нибудь жмых. Нам это не надо. Для украшения берем дольку яблока, надрезаем ее, после чего немножечко можно посыпать ее корицей. И вот так вот поставить. Опа. И коктейль «Fall from the tree», также известный как «Падение с дерева», «Упасть с дерева», а еще «фол» переводится как «осень», кстати, готов. Самое время его попробовать, пока он еще холодненький, хороший. Божественно! Очень вкусный коктейль. Он действительно напоминает какой-то яблочный пирог. Вообще даже, наверное, можно было бы его назвать что-нибудь типа «яблочный пирог». Но нет, так его не назвали. Кто я такой, чтобы предлагать свои варианты? Ну, естественно, чувствуется корица. Учитывая, что я использовал коричневый сахар, это тоже в данном случае подходит, потому что у него такой вот карамельный какой-то дополнительный вкус. Я думаю, что и карамельный сироп сюда подошел, кстати.
И виски сюда прекрасно входят. Я думал, что лучше сюда будет какой-нибудь кальвадос. Но, кстати, я не уверен даже. Мне кажется, виски прям Вуди Аллен, короче. Рекомендую попробовать. Вещи. А яблоко можно всегда съесть. И главное, количество корицы здесь вполне достаточно. Вот эта щепотка, которую я добавил, ее немало. Ну что, будете пробовать? Держи. Можешь взять и идти. Это, кстати, Дима, один из создателей тоников и всяких там камбуч равиш. Давай, давай. Все, я знаю, что понравится. Даже не спрашиваю мнения. Нравится? Нормально? Да, вкусненько. Вкусненько, говорят. Чувствуется специалист. Итак, второй коктейль. Это очень простой коктейль, который называется пресвитерианин. Пресвитерианец? Пишите в комментариях, я не знаю, как правильно. Пресбитериан, как это по-русски. По сути дела, это разновидность хайбола, но туда добавляется, ну, как хайбол это обычно, да, какая-то сладкая часть, потом виски какой-нибудь, бурбон или что-нибудь еще, и газировка. Ну, еще немножечко лимончика добавляю. То есть, по сути, это такой базовый легкий коктейль. В данном случае добавляется вместо содовой, то есть газировки, идет имбирный эль. До сих пор, кстати, люди пишут в комментариях, что это не эль, что это, почему вы называете имбирный эль? Не я придумал, я знаю, что это не эль, короче, никакого отношения не имеет. Ром-баба тоже не баба и не ром. Ну, короче, вот такое название. Кстати, об имбирных элях. Сегодня я использую продукцию компании Ravish. Вы только что видели Диму. Они производят всякие разные камбучи, также известные как чайный гриб, имбирные эли, разные тоники, чему я очень рад, причем три разных вида. И, собственно, у них все натуральное, а сюда, вот в частности, в имбирный эль входит исключительно имбирь, газировка, ну, там лимончик и специи. Гвоздика, кардамон, мускатный орех и корица. Приятно, что не приходится использовать сегодня всем известный швепс, потому что он, честно говоря, немножечко достал. Ну и в качестве виски, как и в прошлом коктейле, мы используем клеймор, купаж из 35 видов разных вискарей, недорогой, хороший виски для коктейлей. Но сначала охладим стакан. Для этого воспользуемся льдом. Само слово «presbyterian» происходит от греческого слова «presbyteros» или что-то типа того, означает «старейшина». Ну а сам коктейль, естественно, отсылает нас к пресвитерианской церкви шотландской, которая была образована в каких-то еще 18 веке. И, собственно, коктейль тоже старый, может быть, и не 18 века, но не вчера придуман. В него идет 45 миллилитров вискаря. Также 45 содовой, она же обычная газировочка. То есть, по сути, виски и содовая идут один к одному. И имбирный эль. Его доливаем сверху просто. Ну, примерно там, наверное, 80-100 миллилитров. После этого коктейль аккуратненько перемешиваем. Просто снизу поднимаем вискарик, ну, чтобы все смешалось и стало единым. И украшаем цедрой лимона, которую я вырезал в виде креста пресвитерианского. Не знаю, чем он отличается от какого-то другого креста. И надеюсь, ничьи чувства не будут задеты. Можно туда засунуть трубочку, я такие вещи делать не люблю. Я люблю пить из горла. Я люблю пить прямо из стакана. Пресвитериан готов. Пресвитерианец, говорить как-то не хочется, язык не поворачивается. Потому что я сатанист. Ого, довольно-таки офигенно. Это что-то типа напоминает мне, по понятным причинам, тьму и бурю. В данном случае он тоже имбирный, но слегка имбирный. Это действительно больше всего похоже на хайбол. Хайбол с имбирем. Очень, вообще просто очень приятный коктейль. И мне интересно сделать следующее. В оригинальном рецепте газировка плюс имбирный эль. Я подумал, почему нельзя добавить просто имбирный эль? То есть типа виски, имбирный эль. Будет обычный миксер. Возможно, они знают что-то, чего не знаю я. Я хочу попробовать сделать так тоже. Так, я по-быренькому. Соответственно, 45 также виски. Кстати, клеймор переводится как двуручный меч шотландский. И имбирный эль. Примерно столько же я наливаю. То есть получается на 50 миллилитров, где-то в 1,5-1,7 раза больше имбирного эля, чем в версии с крестом. Это тоже вкусно, кстати. Это слаще, более имбирно, ну, все логично. Но молодцы те, кто придумал этот коктейль 100 лет назад, или я не знаю сколько, потому что никто, по-моему, не знает. Версия с обычной газировкой, она прям то, что надо. Потому что он такой прям мягкий, летний. К сожалению, лето закончилось, но что нам мешает пить холодные, летние, освежающие коктейли в мокрое, неприятное время года, которое называется осень. Но если вам надо что-то более осеннее, тематическое, то пейте, конечно, падение с дерева. Fall from the tree. Дима, будешь пробовать? Выбирай любой. Дима не просто производитель равишей, он еще и шеф-барменом работал. Да, 10 лет отработает в бар. То есть вообще он здесь должен стоять, а не я, но
Жизнь несправедлива. Да, эта версия намного мягче, намного приятнее. А это такая более, более плотная. Ее хочется реально прям чуть-чуть чем-нибудь разбавить. Да, вот я говорю, такая простая вещь, да, добавили чуть газировки, по сути, воды. Но стало гораздо лучше. Спасибо. Но Дима не просто так пришел сегодня. Он пришел, чтобы подарить вам скидку 20% по промокоду EDIMTV на весь ассортимент лимонадов, комбуч, тоников, равиш. Ссылка в описании, промокод EDIMTV, как обычно. Так что переходите и покупайте у них на сайте с доставкой. Все отлично, все работает. Они обещали, что работает, я не проверял. А в остальном, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, дизлайки. Не забывайте ставить колокольчики, чтобы не пропускать уведомления о новых видео, потому что если вы просто подписаны, то YouTube вам ничего не расскажет. Рецепты в текстовом виде по ссылке в описании. До новых встреч. Пока. Кстати, пишите в комментариях, что у вас там. Как дела? Какие новости? Как жизнь? Да, и, кстати, любопытная информация. Чем отличается имбирный эль и имбирное пиво? Имбирное пиво – это просто более ядреная версия. Имбирный эль – это лимонад имбирный, по сути. Ну, то есть там имбирь, сахар, специи. А имбирное пиво, которое джинджер-бир, которое тоже никакого отношения к никому пиву не имеет, и градуса там нет. Но это, в принципе, та же версия, только более имбирная, более ядреная. То есть там она более острая просто. Вот и все. Сюда теоретически можно добавить и имбирное пиво в этот коктейль, но, скорее всего, туда надо еще будет какой-нибудь сахар добавить. Ну, короче, сюда, наверное, имбирный эль прямо создан для этого. Вообще, я понял, что с коктейлями, которые придуманы 100 лет назад, спорить не надо. Виталика сегодня, к сожалению, нет. Виталик что-то там бегает по делам. В общем, меня все бросают. Василий работает, его нет. Виталика нет. Ну, вот хоть Дима тут, все в порядке. Я не один. А еще Вован приехал, понимаешь, оператор. Сидит за компьютером, вместо того, чтобы меня снимать. Снимают меня камеры сами. Понимаете, я сам себя снимаю. Напьюсь, пойду ему морду бить, короче. Все.